Где-то есть лучшая жизнь. Есть. Я был там. Такое место есть. Инсект-утопия. Разве? По-моему, он надрался. Юноша, ты не поймешь, если не увидишь это сам. Улицы совсем пустые. Вокруг полно еды. Тобой никто не командует. Нет войн. Нет колоний. Зачем я ушел? Я думаю, хорошая взбучка прочистит ему мозги. Я ее видел! Инсект-утопия! Она там, за горами! Инсект-утопия. Жил-был муравей. Он очень любил трудиться. Работа была смыслом всей его жизни. Каждый день веселый муравей с утра пораньше начинал работу. Как-то раз пролетал мимо трутень. Посмотрел он на работающего счастливого муравья и решил, что муравей не может работать сам по себе. Трутень создал фирму, а себя назначил генеральным директором. А муравей продолжал работать. Фирма была успешной, но однажды решил генеральный директор, что кто-то должен контролировать работу муравья. Так была создана должность учетчика и нанят навозный жук. Главной заботой навозного жука было организовать работу муравья, и заставил он муравья составлять отчеты о ежедневно проделанной работе. Так муравей помимо работы стал составлять ежедневные отчеты. Но и этого навозному жуку показалось мало, и он начал требовать от муравья планов на будущую работу. Вскоре понадобилась должность секретаря, который помогал бы навозному жуку в чтении и регистрации всех отчетов и планов муравья. Поэтому наняли паука, который систематизировал документы и отвечал на телефонные звонки. А счастливый муравей работал и работал, писал отчеты и планы. Трутень, довольный отчетами навозного жука, запросил дополнительные отчеты, прогнозы и расчеты различных показателей в сравнении с региональными и мировыми показателями. Так появилась необходимость нанять таракана в качестве ассистента навозного жука, а также купить оргтехнику. Вскоре наш рабочий муравей начал жаловаться на загруженность отчетами, которую он должен предоставлять. Он уже не был таким счастливым, как прежде. Генеральный директор понял, что необходимо принимать меры. В итоге, на месте, где работал продуктивный и пока еще веселый муравей, был создан департамент по муравьиной деятельности. На должность руководителя департамента была назначена стрекоза. Набран целый штат сотрудников. Стрекоза соорудила себе современный кабинет и оборудовала его соответствующим образом. Муравей еще работал, но становился все печальнее. Однажды генеральный директор посмотрел на цифры и понял, что производительность департамента, где работал муравей, начала падать. И решил нанять за большие деньги сову из соседнего леса для проведения аудита фирмы. Сова просидела 3 месяца в фирме и после изучения состояния дел выдала заключение. В департаменте слишком много персонала. Первым в списке на сокращение оказался муравей, так как в падении производительности оказался виноват только он. Инсект-утопия. Самопожертвование. Для одних это лишь слово. Для других правило. Знаешь, я не силен в шарадах. Солдаты знают, жизнь единицы не стоит ничего. Для них главное колония. Солдат живет ради колонии. Воюет за колонию. И умрет за колонию. Он сумасшедший. Я знаю. 8:00 пришло сообщение. Термиты собирают армию. Выбора нет. Мы нанесем превентивный удар. Вы наш лучший отряд.
Я знаю, вы будете верны долгу. Я горд, что посылаю вас в бой. Инсектутопия.